done. И теперь я пытаюсь туда прокрутиться, и вы меня остановите. Так, хорошо. Давайте начнем второе упражнение. Да? Так как Влад немножко запоздал, поэтому первым не будем опять рассматривать, мы второе. Второе упражнение – это толкание в пропасть. Значит, выглядит таким образом. Представляем, что здесь, ну, как линия, вот, и мы пытаемся... Вы знакомы? Давно. Лет 15 уже. Вот. Плечо толкаем. Соответственно, если там пропасть, он будет сопротивляться, я толкну, он пойдет в пропасть. Да? И с этой стороны, и с этой стороны. Толкаем лопатку. Да. Да, лопатку. Да. Плечом. Там лопатку. Значит, вот у меня там вместо ночи вот так прям сбоку. Ну, представим такое положение, что вот с приятелем стоим, да, около водопада. И вдруг два самурая повздорили. Не брал я твои вещи. Респит там его пытается там толкнуть. Я сам пойду, мне кажется, а то вот значит, да. Нет, в это, смотрите, почему сразу, хорошо, почему вот в ближнее плечо нельзя толкать? Вот я в ближнее плечо, я развернулся, ушел. То есть у меня не будет, да? Если толкают то плечо, мне уходить только на него, но здесь уже пропасть и опасный разворот, потому что здесь рука, которая может нанести удар. Что я делаю? Я наклоняюсь и ухожу. У него рука проскальзывает или перехватывает. За пальцем? Да. Но перехватываю вот здесь, смотрите. Завожу руку назад. Вот такой. Григорий такая, нет, ты вещи отдай, а потом упадешь в пропасть. Еще раз, наклоняемся и уходим не этой ногой, потому что тогда мы опять открываем позицию для атаки, да, партнер, а закрываемся левой, да, потому что здесь можно тут защитить себя, вот если он там захочет рукой там атаковать, и сразу уходим сюда, здесь пальцы вот, сгибаем кисти. Первая часть второго упражнения. Пробуем? Только аккуратней, у кого кисти не очень размяты, плавно. Вот так делать, вот так. А там не нужно? Вот.
как пальцы, да? Вот. И вот, представляете, он вас растолкнул, вы чуть-чуть напряглись. А вторая попытка его толкнуть вас, вы вот здесь вот как раз мягко. Вот. Ага. И уходим назад. Вот так. Аккуратно, аккуратно, аккуратно. И снимаем. О, да. Понятно, что опасное положение в любом случае, любое резкое движение приведет к катастрофе. Сломать ему пальцы, все, голову оторвать и на пику посадить. Вот, разминай, тут не надо сильно. Понятно, что уже опасно положить. Вот. Так, теперь. Так, хватай. Раз, два, три. У него опасное положение. Чересчур. Ему надо сейчас делать защиту, но защита не может быть стандартская какая-то. Защита сразу с атакой должна быть. Вот. Как ему защищаться? Пока что. Так. Уходит. Сделал. Все. У меня. Но я хочу защититься, атаковать. Я делаю. Раз. И вот эта рука. У меня идет. Тю! Здесь. Удар. В голову прохожу. То есть я под эту руку, я не пытаюсь там, а я именно вот в эту же сторону. Сюда пытаюсь ему подавать. В общем, можно колено добавить. Там куча вариантов, но в дзюдо-кап рассматривается именно вот этот вариант. Здесь дальше он понимает, что идет опасный удар рукой. И он начинает уходить. Не туда. Не, просто назад отпушишь. Назад. Ты руку не идешь. Нет, почему? Руку нельзя отпускать. Угу. Ты уже как казанная карта у тебя в руках. Ты идешь просто назад. Угу. Вот. Значит, заставляя меня идти за ним и вытягиваться, да? Я вытягиваюсь. Вот. То есть теряя равновесие свое. Я вытягиваюсь. Дальше второй ногой подставлю. И вот такое положение. Здесь он перехватывает. Так. Вот так разъединю. Перехватывает мою руку. Второй хватает за кисть и разворачивает меня. То есть я сам туда разворачиваю. Все, здесь оно уже опасно. Я ногой даю знак. То есть, смотрите, сейчас. Ты понял, да, как ты разворачиваешься и бьешь? Так, нет. Так. Так, вышел.
Партнер начинает разворачиваться, да? Идет куда руку. Я не здесь ловлю руку, потому что он тогда остановится, и ничего не произойдет. Он стоит жестко на ногах. И он нанесет удар, если я здесь возьму, нанесет удар ногой. Я должен дать ему уверенность, что вот-вот-вот меня прокалывает, отходя назад. И он будет вытягиваться, и я вот здесь его пойму, и вот сюда заберу. Ну, здесь там вот там. Или вниз, бросок, вниз туда. Ну, мы не делаем, мы останавливаем. Партнер дает ногой знак. Пробуй. На этом второе упражнение закончится. А все, ну, где-то рядом. Все рядом, да. Для нас они, а они-то вместе чай пили. Конечно. Борщи. Да. Солянка. Ну, да. Все из капусты. Теперь я. Да, будет. Опа. Сюда. И пошел удар шаговый, да. Представляете, его поверить, что он достает вас. Ага. И вот здесь, вот. Нет, что-то у вас руки не летают. Что-то ошибка была в руках. Не так я тебя сбрасываю в пропасть. Не то рукой схватили, вы, наверное, вот это рукой схватили. Ага. Так. Да, вот теперь да. Оп, вот теперь правильно. И туда разворачиваем его. Чуть-чуть назад. О, все. Давайте теперь опять пропасть освоения второго упражнения. Так. О. Да. Нет, здесь не берете, он стоит плотно. Уходите. Пока не берете, уходите, чтобы он тянулся. Вот здесь теперь его взяли. Вот он чуть растянулся. И все. И вот. Чувствуете, что вы уже падаете? Возвращайте его. Как это? Положение обратно. А кто от того-то гипена, оно что, прям должен навесить? Или должен он встать? Ну, а как, если он чуть-чуть, допустим, отходит, ну я вот там... Нет, то есть вот кто-то отходит, специально нужно типа так смотреться чуть-чуть. Да, да. Вот. Я вот отсюда вот. Mm-hmm. Если я вот так вот, вот, mm-hmm. Ну я же хочу проколоть вот. И он отходит, а я. Да, да подожди! Оп! И mm-hmm. Вот здесь уже. Конечно, не раз. Да. Попадает лучше. Капкан. То есть меня затягивает, трясило. А нет, мне кажется, что-то не той рукой, наверное, взял. Изначально не той рукой взял. Ты, наверное, взял может, левый, а надо да, правый. Ага. Тогда вот. Да, давай. Не сверху. Он держит вот руку. То есть закрывая голову, да? Вот. И поэтому удар будет снизу и шагом. Вот. А что ты не гибкий такой, мусал? Ты ручки вот, у тебя. Рассяжки не было. Не было? Надо разжиться. Боже, и как вы хотите. Оздоравливающий эффект. Мы растягиваем, еще отошли, еще чуть-чуть отошли. Вот так вот. И там крикнуть. Оп! Да-да. Хорошая вещь.
Так, хорошо. Второе упражнение закончили, еще три осталось. На первых значит. Третье упражнение. Третье упражнение очень простое. Значит, освобождение от захвата. Стоит? Да? Захват за руки. И наша задача освободиться от захвата, то есть защита и атака. Хватили за руки. Мы делаем движение. Раз. Вместе с шагом ноги. Раз. Два. Три. Пока поднимать не будем партнер. Здесь еще поднимать, но чуть-чуть партнер. Смотрите. Это вилочка, которую мы делаем. Помните, первое упражнение. Здесь идет против большого пальца в сторону плеча. Ну, если так рассматривать, ну, все-таки почему рука сюда, здесь вот это вот натягивание и удар вот тут. Раз, два, руку прижали, присели. И один бросок. Что делает вот тот человек, который занят? Для оздоравливающего эффекта он делает следующую упражнение. Ой, это очень большие. Вот такие большие шаги делать нет смысла. Да, как это? У меня по физике было плохо, по механике тоже плохо. Но в принципе, чтобы вывести партнера из равновесия, достаточно его подвинуть на расстояние его ступни. То есть если у него ступня там 20 сантиметров, то есть мне не надо делать 45 сантиметров. Это слишком долго. Мне достаточно сделать вот, все, этого достаточно, чтобы вывести его уже держи, из равновесия. Вот, все, он уже вывел из равновесия. Мне не надо делать вот такой шаг. Раз, вот. И чуть потянул, вот я уже все, вывел из равновесия. Прижимаешь, да. Присел. Смотрите, мое действие. Я работаю для того, чтобы у меня тело мое тренировалось, скажу тебе. Прихватываю левую руку к поясу. Здесь просто беру вот так, чтобы себя поддержать. Вот. И вот когда начинаю делать, смотри. Это трудно. Во-первых, ему. Это удержать баланс тела, когда я свечкой. Если я просто висю на нем, ну ему не очень. Да? Вот. А если я начинаю поднимать ноги, ему тяжелее, как бросок. То есть удержать баланс тела. А для меня, для работы мышц спины, тогда, ну, так, тяжелые сроки были, поэтому мягко. Можно не поднимать чуть. Еще раз, да, вот с этим с руками. Раз. Здесь, смотрите, получается несколько атак. Локоть, сломана рука, да? Здесь болевой на руку. И бросок. Вот. Такое упражнение. На левую, на правую. Это все упражнение третье. Вот, все, вы просто вот под локоть его присели, и вот сюда, и сюда. Аккуратно. Нежно, и плавно.
здесь, когда вы шаг выше, сразу нужно их хвататься, чтобы он же руку не утащил. В принципе, вот эта техника, вот эти упражнения, они же пошли из карате, 5 локтей, знаете, есть такое в карате, а? Упражнение. Ой, я совсем мол занимался, может. Да, 5 локтей, это когда идет ич, да? Удар сюда, локтем, удар назад, локтем, удар вверх, удар вниз, удар сюда. Это как удар, и как блок, и как разрыв. Поэтому вот это действие, оно как раз идет. Раз. Чуть шокировали. Дальше. Рука, сустав. Ой. Если нет, не помогает, да? Бросок. Большое расстояние не надо. Вот. Представим, ну как бы вот стоят два человека, да? Вот. Наверное, два человека один, другому там. Ну они же были еще с этим. Раз. И уже вот, достаточно. Вот. Раз. И сразу встречаем локоть. Вот. И здесь уже вот локоть, здесь. Я. Но если я еще и такой ты. И идет бросок. Такой фильм. Смотрите, как тут. Вот на вот сюда.